В очередной серии Грек узнает, что Лина купила ресторан Бориса, договорившись об инвестициях с его матерью. Он приходит в ярость во время спасения мамы с ребенком из автомобиля, провалившегося в яму с горячей водой. Петров проявляет себя не лучшим образом. Вскоре он теряет сознание. Балашов выясняет, что в доме Петрова уже несколько человек отравились золотом. Инструктор привозит на базу курсантов Академии МЧС. Грек видит у них маленькие камеры на касках и просит инструктора одолжить их. Грек собирается поймать грабителя Фантома.